Всем привет, с вами Александр, и мы продолжаем играть в чужие грехи. В прошлой серии мы тут встретили цыганского барона, да, и он попросил нас пообщаться с лесорубом и Кори по поводу кинжала. И как раз вот тут мы его встретили, и вот он лесоруб, давайте пообщаемся. Ну, подозреваю, что это все-таки у Кори будет. Так, о кинжале. Эй, как дела? Прекрасно, здесь гораздо лучше, чем в нашем унылом, роскошном особняке. 50 отжиманий, сэндвич из коры, и ты король мира. 50 отжиманий, наверное, тебе было нетрудно вытащить кинжал из пня, верно? Ха, я потратил час, пока выдирал его, и не смог, увы. Так, понятно. Пойдемте. Так, а ты нам что? Ты нам даже ничего продать не хочешь. Пойдемте к Кори. Кори, это у нас... Не, это у нас Тресс, да? Да, это Тресс, а нам нужен Кори. Так. Это ж елки-палки. Кори, привет. Что за холмик? Так, о кинжале. Кори, ты когда-нибудь думал о том, чтобы стать цыганским бароном? Ага, ты тоже знаешь о кинжале. Тоже пытался вытащить? Нет, я опоздал. А у тебя получилось? Полночи на смарку потратил. Хотел задорого продать ему кому-нибудь из цыган. Может, Тресс знает что-то? Угу. Блин, а вот сразу нельзя было, а? Чтоб не бегать туда-сюда. Ну, хотя, в принципе... Тут вся игра на этом построена. Так, Тресс, иди сюда. Так, о кинжале. Тресс, ты случайно не видел в лесу древнее оружие? Хм, нет, прости, я немного занят. Мою грибы. Моет грибы? Постой, а чем ты их срезал? У меня есть нож. То есть был, потерял его утром. К счастью, нашел прямо в лесу какой-то старый кинжал. Торчал из пня. Можешь взять его, если хочешь. Вот дела. Я только что разговаривал с будущим цыганским бароном. Так. Понятно. И что нам с этой радостью делать? Кто подскажет? Цыганский барон, ты где? Ничего? То есть все? Он тебе не нужен? Аж даже как-то неинтересно. Редкий кинжал. Кинжал легионера. Так, ладненько, пошли серию смотреть. Как раз посмотрим серию, там... Шашлычок кто-то жарил. Ну-ну. Вот, а там и к змею можно будет сходить. Так. А где Шармель? О, смотрите, растет потихонечку. Ага, песня Шармель. Три звезды? Офигеть. Угу. Кинжал этот сюда положить нельзя. Значит, он нам для чего-то нужен. Хорошо. А, еще не на запись. Я там освободил одного зомби с пивоварни. Ну, точнее, с этого, с хмеля. Потому что хмеля, ну, реально много. Ну, и пиво как бы... Течет рекой. Так. Неправильный порядок. Понятно. Значит, нужно искать это ожерелье. Ладненько. Блин, хочу большую таверну. Дайте мне большую таверну, сволочи.
Так, а из чего складывается? 10-10. Угу. Понятно. Ой, да, надо расширяться. Упс. Ушел. Так, ну что, опять ждем, опять пауза. Давайте, может, к барону сходим, если он там. Барон, ты где? А где у нас барон был? Где-то здесь. Да? Так, стоп. Лагерь, утес. А, наверное, вот это утес. А лагерь будет где-то здесь. И все? То есть я его даже в руку не могу взять. Интересно. Ёлки-палки, а перков-то у нас. Офигеть. Ой, ладно. Ставлю паузу. И ждем змея. Скоро придет. Так, ну что, давайте алкоголь заберем. Первосортный алкоголь. Даже жаль отдавать его. Но сделка есть сделка. Не злоупотребляй этим. Я моей доброте. Ну, что я вам хочу сказать? В принципе, никакого интересного квеста тут не получилось. Поэтому, если что, можете смело пропускать. Так, я тут еще пока ждал. Решил немножко свечей сделать. Так. Вот так вот. Ну, это все готовлюсь к будущему. Так, что тут нам не надо? Воск, масло. Веревка. Давайте это все сюда скинем. Так, так, так. Ну, вроде все. Так, ну что? Побежал я отдавать алкоголь. Встретимся на месте. Так, а вот наш дедушка, владелец заводов, газет, пароходов. Так, держи. Бухлишка. Если тебе все еще нужен крепкий алкоголь, я готов обменять его на медальон. Хм, а он точно не разбавленный. Нужно проверить. Подожжем его. Ты уверен? Конечно так. О, смотрите, горит. Хибару свою не спали. Ух ты, да он весь сгорел. И правда качественный был. Вот медальон. Береги себя и помни, хороший алкоголь... Сгоревший алкоголь. Всего хорошего, Дик. Зачем он у меня его просил? Так, может быть, веревок прикупить? Наверное, прикуплю. Чутка. Так, а тебе больше алкоголь не нужен, да? Все. Ну и ладно. Пойдемте. Так, давайте через парадный вход. Так, скоро вторая звезда будет. Это радует. С пивом тут у нас что? Тут 20, надо это отсюда забрать. Смотрите, а пивасика, в принципе, хватает. Я вот думаю, там у нас есть немножко медовухи. Давайте, наверное, и медовуху сюда отправлю. Ну, мало ли, может, тоже продаваться будет. Так, ну что? У нас есть медальон, у нас есть кинжал. Давайте посмотрим, что там было в прошлом. Так, медальон, держи. Вот медальон принес.
Дик обменял его на крепкий алкоголь. Крепкий алкоголь? Ты должен был принести его мне. Мужик, ну что ты меня так разочаровываешь, а? Ладно, поехали. 3 года спустя. Колизей. И в конце концов, благодаря кому небо еще не упало на землю, все это благодаря древнему богу. А ваш учитель, даже самый завалящий, должен дождь вызвать не может. Старый Дигус верно говорит. Учитель даже ни одного слепого не исцелил. Че ж нам теперь делать, Дигус? Причешитесь, сделайте виноватые лица и ступайте за мной. Что думаешь об этом, Кресвальд? Хороший солдат не думает, хороший солдат исполняет свой долг. Я решил служить учителю, Харардрик. Все. Смотрите. Учитель, это учитель. Ты опоздал, они больше не твои. Конечно, Дигус. И не твои, они свои собственные. Люди, древний бог дал нам солнце и луну. Это просто молекулы, как я, ты или древний бог. Наш бог прощает нам все грехи. Если нет религии, то и грехов нет, верно? Такой батл, короче. Наш бог разрешает нам не работать по выходным. Это прекрасно, но теперь вы можете не работать вообще. Мы введем пособие по безработице. Ура! Долгой жизни учителю! Эпично. Прости их, древний бог, они не понимают, что делают. Что-то кажется, распнут этого учителя. А что-то я начал волноваться. Где я в этом прошлом? Слушай-ка, а может ты был черепом? А может ты был черепом, ну, не всегда? Да, и кем я был? Невинным позвонком? Тазобедренным суставом? Может, ты был мужчиной или женщиной? Женщиной. В таком случае, я надеюсь, у меня была роскошная фигура. А не учитель ли вот это? Ну, так, просто. Для затравочки. Пойдемте отнесем медальон. Опять же, денег соберем. Хотя, блин, нафига мне деньги? Куда я их тратить мне их некуда, блин. Так, медальончик. О, 21. О, зашевелились. Расширение. Хочу расширение таверны. А, все побежали смотреть. Смотреть и бухать. Радость-то какая. Так, изучаем. Эликсир исцеления. Хорошо. Так, у нас остался кинжал, да? Из заданий. Ну, давайте, что? А что делать? Давайте посмотрим еще. Так, смотрите, тут прям так хорошо. Да, так, мясо. Так, а давайте-ка я мясо переработаю сразу. Ну, хотя бы чуть-чуть. Так. Опять же, инвентарь почистим. Так, поедим. Ой, ну что, давай, поехали дальше. Вот, держи кинжал, и давай забудем, во сколько он мне обошелся. Как пожелаешь. Так, очередные похороны. Ступай с миром, наш покойный друг.
Счастливого тебе пути через древний мост в землю мертвых. Кстати, воды нету. Так. Боже милостливый, опять. Заряд закончился. Привет, Дигус. Пап, знаю, ты на меня зверски зол, но как насчет взглянуть на ситуацию трезво? Конечно, почему бы и нет? Давай трезво посмотрим, например, на акведук. Вода. Где же вода? А я знаю. Наш бог покинул нас. Теперь ни воды, ни еды, ничего. Дигус, при чем здесь какая-то вода? Речь об идее. Учитель научил нас всему, и теперь мы построим прекрасный новый мир. О боже, мир, Крезваль. Попытайся для начала вернуть воду. Вы все как будто издеваетесь. Чейн отказалась со мной говорить. Ты отец вот тоже. Я тебе больше не отец, Харадрик. Мне срочно надо выпить. Погоди-ка, где мой коньяк? Мы ведь так и не нашли его. Фу, у последнего смотрителя, моего дорогого друга, всегда было чем промочить горло. Какие пьяные оргии мы с ним устраивали, ух! И он никогда не вспоминал о своей семье? Ну, по правде говоря, каждый день. Скучаешь по нему? Ну, есть немного. Кстати, следующая вещь – это древняя пряжка на ремне лесоруба. А другая вещь – вот читай, глиняные черепки. Чего-чего? Черепки древней вазы, и они у Адама. Адам? Стоп, а кто у нас... кто у нас Адам? Давайте смотреть. Адам. Ага. Так, а кто это такой? Я что-то не помню, чтоб я его встречал где-то. Так, ладно. Пойдем искать Адама. Только сначала выложим артефакт. Так. Ух ты, ё-моё. Тут вообще три штуки. Так. Хорошо. В общем... Побежал я в свой уютный подвальчик, медовуху заодно проверим. Кстати, я что еще хотел сделать-то? Надо как-то здесь стеллажей добавить, наверное, да? Ой, где мой телефон? А то опять же забуду. Так, все. Парочку стеллажей еще сделаем, да? Как раз поместится. Все, побежал я. Так, ну, по-моему, это он. Во всяком случае, похож. Да, Адам. Спросите о глиняных черепках. Еще один день, еще одно разочарование. Что нового? Адам, мне нужна одна крайне незначительная вещь. Глиняные черепки древней вазы. Ты ведь отдашь их даром, верно? Бесценные черепки, бесценные вазы даром? Нет, конечно. Господи, да как вы все надо мной издеваетесь. Для начала улучши таверну, чтобы гости могли наслаждаться моими черепками в качестве экспонатов. А после этого еще кое о чем тебя попрошу. Ага. До 40, да? Слушайте, ну это... Это шанс. Это реально шанс. Я тут немножко взял
Для стеллажей давайте вот это вот изучим. Черную краску теперь умеем делать, хорошо. Так, побежали в таверну. То есть вот сейчас мы и будем ее улучшать, я так понимаю, да? Давайте. На паузу ставить не буду тут. Бежать недалеко. Я тут уже столько километров намотал. Кстати. Я не знаю зачем. Но я это куплю. Ну, яйца понятно, да, их там можно в приготовлении использовать. А вот перья зачем? Так. О, уже две звезды. Хорошо. Расширить таверну. Слушайте, а тут-то, в принципе, не так уж много материала и надо. Сфотографирую. Так. Хорошо, давайте сейчас поставим быстренько стеллажи. А что я взял тогда? Стоп. От балбес. Ладно. Ставлю паузу и иду собирать материал. Да, вот. Я думаю, что с вот этой автоматизацией все-таки игра продвигается гораздо быстрее. Представьте, если бы мне еще вот это все добывать вручную, бегать. Как я бегал на карьер, да, вот. Где оно там? Вот сюда вот бегал, добывал гранит, камень там. Потом тащить это все вот сюда. Ой, не, это... Это у меня бы, наверное, не хватило бы. Этого. Ну, как его называют? Нервов. Так. Давай еще. Сотвори мне. Так-то я материала уже набрал. Ну вот, ну просто на запас. А, и еще. Смотрите, сколько хмеля. Я, наверное, сейчас пойду. И отменю работу. Потому что вот тут как-то оно все, ну, не сбалансировано. Хмель растет. Это вообще сидит, бездельничает. Хмель растет быстрее, чем мы его перерабатываем. Поэтому пока, ребята, отдыхаем. Вот, пока ничего не носим. Единственное, можно, конечно, сюда пару винограда. И сюда пару винограда. Ну, так, чтобы было. Вот. И, наверное, давайте сразу скажем, что... А, ну да. Ты виноград носишь. Пусть принесет, пусть лежит на всякий случай. Мало ли. Потом потребуется большое количество вина, да, у нас винограда не будет. Так, что у нас тут по воде? По воде у нас все плохо. Так, давайте. Это сюда. Ну да, еще на пару кружек хватит. Ладненько, стартуем в таверну. Так, и, наверное, сначала... Слушайте, а если мы расширим таверну, у нас вот эта часть появится? Давайте посмотрим. Так, я взял, короче, на 4 стола материал, на расширение таверны и на 2 стеллажа. Сейчас посмотрим, что у нас из этого получится. И... О, камин. Кстати, уже тридцатник. Бочка.
Слушай, так может что-то и украшать еще можно? Не, с украшением тут... Это что? Так, а убрать если? Да, убрать нельзя. Да, еще два стола. А, так, давайте. Стол сюда. Да в смысле не хватило? Стоп, ну-ка, я ж как-то же рассчитывал. Вот зараза, а. Ладно. Странно. А, смотри, тут стеллажей можно напихать. Прям так много. Ладно. Давайте поставим один. Так, стоп, я вот не понял. Как так получается? Хоть потом видео пересматривай и смотри, где я накосячил. Блин, не хватает. Так, ладненько. Ну чё, надо же еще стол поставить. Вот, там уже заседают. Так, еще раз, мне надо 8 брусьев. О, кстати, бонус начали получать. А, но торгуем все равно пивом. Да? То есть медовуху зомби сюда принес. Так, стоп. Ты должен был принести медовуху. Медовуху ты принес. Так, давайте вот это отсюда заберу. Вот так. Так, и вот это, наверное, вот сюда. Не, нафиг, с собой возьму. А то опять забуду, что я там брал. А, так, медовуху мы не торгуем, да? Пока еще. Пока еще не умеем. Значит, еще раз проверю. 8. А, бочку могу ставить, да? Так, еще раз сфотографирую. Все, сейчас прибегу. Так, ну, надеюсь, на этот раз я ничего не забыл. Давайте ставим еще один стол. И куда мы можем? Ага, вот сюда, да? Смотрите, две бочки. Раз. И два. Прям хорошо. Так. Прям качество растет. Так. 46. Достижение широко известный череп. Чудесно так. Йорик, что скажешь? Так. Алкоголь палета, это мы знаем. Насчет репутации. А, ну это мы знаем. Так. Ну все, понятно. Да, елки-палки. Так, ну, вроде все. А, и время... Да уйди отсюда. Время молитвы. Вот, давайте, наверное, сейчас быстренько молитву проведем со свечами, с благовониями, ну, чтоб прям так, хорошенечко. И это будет максимум веры, который мы сможем получить. В общем, побежал я. Так, значит, у меня есть максимально возможная свечка. Кстати, балки остались. Ну и максимальные благовония. Апс. Молитву забыл. Хотя уже, наверное, выучить надо было.
Во. Так, нет, это мы брать не будем. Значит, создаем здесь, здесь, так. Здесь, ох, ничего себе, плюс 9. А, они по 3. Нифига себе. Так, блин, мне надо еще свечей. Вот это я что-то... А, так, я тут сделал. Так, сколько еще раз? Ух ты, елки-палки. Слушайте, а у меня свечей не хватит. А ну-ка, давайте быстренько, наверное, к этому сбегаем. А, к епископу. У тебя есть свечи? Нету, блин. Так, а ну-ка, быстро. Вот зараза. Наверное, не успеем, да, еще свечей наделать. Белой краски надо. А, белая краска. Ты не здесь делаешься, ты вот здесь делаешься. Блин, белый порошок. Да что ж все одно к одному, а? Белый порошок у нас делается из костей. Так. Блин, по-моему, мы, короче, как бы так помягче срали молитву. Точнее, не молитву, а всрали материал. Ой, ладно, давайте уже сделаем. Так, 16. А, по 2, да? Ладно, фиг с ним. Так, ну блин, еще кости надо. Короче, опять заряжаем морковки. И фигачим. Так, белую краску. Давайте, наверное, посчитаем, сколько у нас всего, да, получается. Раз, два, три, четыре. Четыре. 5-6. Мы не можем еще молитву провести. Блин, можем. Давай, быстрее. Да давай, делайся. Так, свечка. Все. Пошли быстро. Быстро. Сейчас раскидаем, может быть, еще и успеем. Так. Так, побежали. 16 свечей, я думаю, должно хватить. Так, сюда. Есть. Сюда. Есть. Сюда. Есть. А, и сюда. Есть. А, 164. Твою ж ты налево. Ну, в общем, вы меня поняли, да? Но, смотрите, значит, 164 качества кладбища. О, кладбища, церкви. Это, походу, максималочка, да? Которую можно отсюда выжать. Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шестью три, 18. Короче, нам надо 18 свечей. И... А, ну то есть у них время, да, какое-то. А у этих непонятно. То ли идет время, то ли это на постоянку. Ну то есть никакой
никакого понимания нет. Так, ладно, 18 свечей и по одному, да, и 4 благовония. Наверное, не на запись я их сделаю. Да. Вот это я всрал. Так всрал. Ладно. С кем не бывает. Вот. В общем, на этой печальной ноте буду с вами прощаться. Вот. В следующий раз постараюсь не упустить этот момент. Вот. Ну а на сегодня это все. Всем спасибо за внимание. И до новых встреч в следующих сериях. Пока-пока.